Хотел водку делать, но потом понял, лицензия стоит 5 миллионов долларов, минимум 10 тысяч бутылок ты должен сделать. Короче, надо серьезно вкладываться в это дело. Ну его нафиг, эту водку, я подумал. Хотя, блин, водка хорошая была бы, конечно, понять и простить. Эх, классная была водка, реально. По рецептуре моей хорошая вообще. А у меня сейчас есть, но просто она такая для себя, понимаешь, для своих.